На Кубани сохраняется экстренное предупреждение о непогоде. Оно актуально как минимум до конца суток. А вообще вся эта неделя в Краснодаре и крае будет дождливой. Еще пару дней небо точно будет затянуто тучами. Синоптики не исключают град, грозу, а ветер может разгуляться до шквалистого. Местами его порывы будут достигать 20-25 метров в секунду. На реках уровень воды грозит подняться до критических отметок. Уже к выходным погода на и осадков станет гораздо меньше. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует жителям и гостям края подальше держаться от линий электропередач, деревьев, а также объемных конструкций, в том числе рекламных щитов. В случае непредвиденных ситуаций звонить нужно по единому номеру оперативных служб 112. Сделать это можно как с мобильного, так и стационарного телефона.